Братья, салам алейкум. Вот еще один трагедия у нас. Кыргызстанские машины, братья кыргызстанцев, когда ехали почти в Москву, чуть-чуть остался, да, они приехали из Кыргызстана в город, в Москву на заработок, а вот на пути ближе к Москве сгорел машина ихняя. Автобус, микроавтобус. Хорошо, что никто не пострадал. Все успели вытащить все это. Говорят, причина тут машина была чуть старая, да. Из-за провода она замыкание пошло. Вот и получилось, братья. Просим, чтобы когда вы езжаете на дальнюю дорогу, да, прошу внимательно смотреть перед выездом, да, чтобы таких трагедий не было у вас. Это очень печально. Вот столько людей сюда приехали на заработок, их все вещи, вот они все уже сгорели.